Накануне состоялось расширенное заседание Совета директоров общеобразовательных организаций региона с участием главы республики Шалбана Караола, а также председателей администрации муниципальных районов, начальников управления образованием. Обсуждались финансово-экономические условия управления образованием, новая система оплаты труда и принцип нормативно-подушевного финансирования. Глава региона констатировал, что введение в республике нормативно-подушевного финансирования требует анализа последствий. В ходе расширенного заседания Совета директоров школ поставлена задача перед муниципальными властями принимать управленческие шаги, четко выработанные позиции по защите интересов школ на своих территориях, разработать стратегию развития образования на своих территориях, в том числе по обеспеченности педагогическими кадрами. Отметим, что на начало текущего учебного года в Туве функционирует 177 общеобразовательных организаций. Из них 8 начальных школ, 8 основных, 142 средних школ, 6 школ для детей с ограниченными возможностями здоровья и 3 оздоровительных учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. Численность обучающихся на сегодняшний день составляет около 64 тысяч человек, а учителей более 5 тысяч. Исходя из соотношения учитель-ученик, в республике наблюдается существенная нехватка педагогических кадров. В 2017 году по федеральному проекту «Театры детям» детским театрам из средств федерального бюджета будет выделено 220 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара и популяризации новых детских постановок в регионах всероссийских детских театральных фестивалей. В рамках проекта планируется проводить просветительную работу, направленную на информирование населения о проекте и популяризацию детского театрального искусства в регионах.